Да-да. Да. Да, вам обязательно нужно ознакомиться с этими документами. Угу. Ну, еще какой интерес? Угу. Да, хорошо. Договорились. Отлично. Где? Вот здесь. Садись в свою машину. Все, работаем, начали. Документы из кабинета Никитина. Вот, ознакомьтесь. А ну, трогайся, падла, быстро. Да ты что? Поехали! Я говорю, поехали, или башку прострелю. Что за мной следят. С таким трудом поставили его на место Никитина. Зачем нужно было валить нашего человека? Да его раскрыли. С чего ты взял? Там был тип, который проверял адвокатшу. Дружок нашего ФСБшника. Он помогал Никитину. Вот как. Свободен. Человек, который проверил адвокатшу? Это означает, что и проверка была липовой. Прикажете ее пробить? Нехорошо женщину обманывать. Раз уж у нас назначено свидание, пусть оно состоится. А с этим проверялой отдельно побеседовать надо. Есть новости из больницы? Нет пока. Черт. Что с вами? Спазм. Может, чем-нибудь помочь?
Обезболивающие есть какие-нибудь? Да, есть. Сейчас. Сейчас, секунду. Пожалуйста. Смотрите, значит, есть. Дело в отношении тебя прекращено, так что можешь приступать к своим обязанностям. Спасибо. Не забудь изъять гонорар, который получила Строева за твою компрометацию. Да, и еще. Понадобится вся возможная информация по Черепанову для служебного расследования. Я уже работаю над этим. Да. Не разглядел. Я там про Саню все написал. Наталью не упомянул. Правильно. Внизу подпиши. Ты б не пил здесь. А мне можно, майор? Мы с Саней с первого класса были знакомы. Слушай, Никитин, значит, боишься, да? Чего? Наталью от меня прячешь. Максим, забудь про нее. Да. Когда? Эй! Эй, есть кто-нибудь? Откройте, пожалуйста. Все. Тихо. Отойдем, Наташа. Отойдем. Подожди. Подожди, отпусти. Отойдем. Мне нужно к маме. Подожди. Отпусти меня, пожалуйста. Пожалуйста. Подожди. Я прошу тебя, отпусти. Она умерла. Я больше так не могу. Я даже маму не могу похоронить. Мы что-нибудь придумаем. Что будет с Артемом? Детдом? Решим. Что ты решишь? Что ты решишь? Что ты решишь? Маму уже не вернешь. Она так и не узнала, что я жива. Останови машину. Останови машину. Thank you.
Поехали отсюда. Поехали. Мы должны использовать возможность взять Атара. Ты меня слышишь? Да. Они должны мне позвонить. Верни мне телефон, пока не поздно. Нет. Ты угробишь мою жизнь и жизнь моего ребенка. Тебе оставили сообщение, назначили встречу. Когда? Завтра. И? Давай попробуем. Расскажешь про Наталью Пахомову. А я тебя даже трогать не буду. На. Анатолий, 733, первый роман, черный фургон. Начинаю преследование. Что-то тут не так, Андрей Евгеньевич. Зачем мне ее там одну оставили? Может, случилось что? Пятнадцать минут прошло. Черт! Твою мать. Ха-ха-ха.
странное место для свиданий. Пойдем. Это у нас с вами свидание? Прошу. Благодарю. Ты пробовала чачу? Нет, не доводилось. А вы что, грузин? Чевени гарзнубис и кос. А что это значит? За знакомство. Очень крепко. Сыр возьми, вкусный. Нет, нет, спасибо, я пропущу. Нельзя обижать хозяина. Отар. Надежда. Тебе это имя не подходит. А какое подходит? Мне нравится Наталья. Хотя я знал одну женщину с этим именем. Нехорошую женщину. Но она мертва. Винс Гнаудия. Сейчас за что пили? За ушедших. Простите? У грузин принято чокаться. Потому что и после смерти они остаются рядом с нами. Пошли. Куда? Пошли. Я потерял сына. Тут она спряталась. Я не успел тогда ее наказать. Вы же сказали, что... Женщина мертва. Иди выпей. Я сейчас. Ну что? Пока вас нечем порадовать. Так и не разговорили этого Шмелева. Расход. Мальчишку нашли?
Он в детдоме. Рядом с ним наш человек. Хорошо. Поедем в другое место. В ресторан или в клуб. А может быть, на яхту. А если настроение не очень, мы можем встретиться в другой раз. Настроение не очень. Ты права. Не надо себя мучить. Надо развязаться с прошлым. Мы поедем веселиться на яхту. Игнат! Мальчишку следачки в детдом отправили. У них бабуля умерла. Ты разберись с ним, только чтобы не мучился. Ну, еще по одной. Вы мне простите, но убивать мальчика, разве он в чем-то виноват? Я никого не собираюсь убивать. Поехали? Просто вы только что сказали, что… Не забивай голову. Поехали. Не трогайте мальчика! Ну все, паскуда. Конец тебе. ФСБ знают. Чего? ФСБ знают. Че знает? Исправить ошибку. Простите. Нет, не так. Простите. В глаза смотри. Простите! На твоей совести жизнь человека. А знаешь, что самое страшное? Самое страшное, что ты лишила жизни ребенка. Какого ребенка? Своего ребенка. Не надо было лезть. Надо было тихо сидеть и прятаться. Пожалуйста, убейте меня! Умоляю, ребенка не трогайте! Умоляю! Поздно.
трогайте. Кончайте ее. Стоп. У нас же было свидание. Боже мой, что с тобой? Да так, хулиганы. Пустяки. Атара взяли? Да, спасибо, Максим. Прости. Полегче, майор. Я чего-то не знаю. Ну, благодаря Максиму мы узнали номер помощника Атара и определили местоположение. В общем, он нам здорово помог. Спасибо тебе еще раз. Врачи смотрели? Доктор, осмотрите его, а мы пока поболтаем. Ладно, ладно. Мы позже пообщаемся. Пройдемся? Угу. Да, да, вместе можно. Так, садитесь. В доме, где скрывался Атар, были задержаны все остальные члены преступной группировки. Сейчас начнем допрашивать, изучим все материалы, изъятые на носителях. И Атар пойдет как организатор. Он угрожал убить Артема. Не обращай внимания, он будет изолирован от любого общения с внешним миром. Но вернуться к прошлой жизни у тебя не получится. Всплывет вся эта история, что ты помогла бежать преступнику и убийце. Подожди. Но как Строева, я могу усыновить Артема? Я думаю, да. Я прямо сейчас готова к нему поехать. Здрасте. Для начала вам нужно собрать необходимые документы и получить одобрение на опекунство. Да, вы знаете, я думаю, что с этим проблем не возникнет. Дело в том, что я сама адвокат. Меня интересует конкретно ребенок. Я вот здесь ему кое-что купила, хотела бы передать, ну и пообщаться с ним, если вы не против. Вот это вам. Ну что вы. Да, и еще. Вот тут кое-что детишкам передайте, пожалуйста. Угу. Спасибо. О каком конкретно ребенке идет речь? Меня интересует Артем Пахомов. Угу. Так. Артем Пахомов. Подождите, но это же мальчик, который недавно поступил. Совершенно точно. К сожалению, его уже забрали. Как забрали? Кто? Отец. А я к вам. Здрасте.
Здравствуйте. Слушаю вас. Вы зачем забрали ребенка из детского дома? Не понял. А, вы из опеки? Нет. Вы столько лет не интересовались сыном, а теперь решили проявить благородство. Вы понимаете, что ребенок — это не игрушка? Это головная боль. Вам это не нужно. Ребенок будет мучиться. Вы понимаете, что ему нужна женская забота? А вы, собственно, кто? Я? Да. Я смогу дать ребенку все, что нужно. Я вас прошу, откажитесь от родительских прав в мою пользу. Вы понимаете, что вы ему чужой человек? А вы? Я? Вы? Я знаю, как правильно воспитывать детей. И я вас прошу, откажитесь от него. Я вас прошу, больше меня не беспокоить. Подождите! Если бы он любил Артема, как можно любить ребенка, если ты его бросил? За 8 лет ни одного звонка. Ни разу даже не узнал, как мы жили все это время. Как мы выживали все это время. Это благо, что мама была рядом, мама помогала. А вот сейчас, видишь, приехал. Беда случилась, и он приехал. С сыном попрощаться. Представляешь, какой бессовестный. Знаешь, я уверена, что все это из-за квартиры. Я просто уверена, я чувствую. Он же тогда на мне не захотел жениться. На беременной провинциалке побоялся, что я отожму у него столичную недвижимость. А потом появилась другая провинциалка. Более наглая. Но и обула его как следует. А мне знаешь что? Мне его не жалко. Так ему и надо. Я просто чувствую, что Артему там плохо. Нет, ну конечно, ему там лучше, чем в детдоме. Нужно с этим что-то решать. Выспаться тебе надо. Я сейчас. Ну что? Я не буду говорить без адвоката. Понятно. Ты получишь срок. Ты действовал в составе преступной группы. Но я могу тебе помочь. Об этом никто не узнает. И ты выйдешь на свободу. Но это твой последний шанс.
Кто старший? Быстрее. Ладно. Он старший. Каюсь, товарищ Никитин. Я организатор ОПГ. И непосредственный исполнитель всех убийств. А Атар Михайлович обычный пенсионер. Добрейшей души человек. Он даже и знать не знал, с кем знаком. Да-да-да, конечно. Да, конечно, доказательная база будет представлена. Да, товарищ генерал. Да, буду держать вас в курсе. Ну что там у тебя? Изучаем изъятые материалы, проводим допросы. Организованную группу докажешь? Да. Но есть проблема с Атаром, как с организатором. Ни один из членов ОПГ не идет на сделку со следствием, и всю вину берет на себя другой человек. А что по уводу бюджетных денег? Пока ничего. Нужно время. Нет у тебя времени. Сверху давят. Есть у меня подозрение, что Атар подключил какой-то свой административный ресурс. Да не мог он никого подключить. Я ему обрезал все контакты с внешним миром. Значит, сам ресурс подключился. Так что давай, Андрей. Срочно нужны доказательства. Угу. Иначе придется отпустить Атара. Как отпустить? Вот так. Я могу идти? Иди. Здорово. Доброе утро. Прям как в кино. Угу. Спасибо. Что-то не хочется есть. Ну, дело хозяйское. Ну что, первый этап пройден? В смысле? Ну, в смысле, выпустила пар, выговорилась. Дело за малым. Отдохнуть, набраться сил. Спасибо, что выслушал. Ты куда? Пока не знаю. Подожди. Я не могу ждать, ты что, не понимаешь? Да понял я. Может, Никитину позвонить? Сами разберемся. Неужели ты? Ты только не проболтайся кому-нибудь. А то у меня будут серьезные неприятности. И у тебя, между прочим, тоже. Из-за чего? Тебе лучше не знать. Ладно, понял. А тебе вроде как идет. Так что с Артемом? Ты хочешь его усыновить? Да. Ну, мы уже начали с мальчиком притираться друг к другу. Я бы не хотел с ним расставаться, да и жить мне особенно негде. То есть дело в квартире, да? Да нет. Что ты? Подожди меня, ладно? Я сейчас. Он не соглашается. Он не соглашается. Пойдем познакомимся. Осторожно, я прошу тебя, чтобы хуже не было. Макс? Алексей. Прописку открой.
этому адресу квартира. Оформляешь ее на себя и пишешь, отказ от ребенка идет? Да дело-то не в квартире. Лучше согласиться, пока я добрый. Ну вот, договорились? Ну что сидишь, пошли. А ты вещи собирай, пока мы оформляем все. Пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Так его. А ты куда? Надолго уезжаешь? На совсем. Как на совсем? Да вот. Здрасте. Здрасте. Замуж, что ли, предложил? Да. Вряд ли. Ну, то есть, может, еще вернешься? Не, не вернусь. Удачи тебе. Макс, я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Ну, как порядочный человек, ты должна выйти за меня замуж. Нет, ну я серьезно. И я серьезно. Если честно, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Обещаешь? Я постараюсь. Тетя Надя. Здравствуйте. Здравствуй. Тетя Надя будет за тобой присматривать. А я должен в командировку уехать. Надолго. Очень надолго. Ты понял? На срок они уже себе наболтали. И ни слова об Атаре. Отлично. Чего хорошего-то? А, нет, это я по машине. Смотрите. Есть один маршрут. Атар по нему передвигался 2 раза в месяц. 12 и 27 числа. А что там? Сейчас. Частный дом. Хозяин Каменецкий Аркадий Эдуардович. Каменецкий Аркадий Эдуардович, в разводе эмиссии. Генеральный директор Государственного фонда приоритетного строительства. А могли они деньги фонда отмывать через прачечную Атару? Да, в принципе, да. Так, может, именно эту связь и раскрыл? Журналист через хакера. Ну что, устроим негласную слежку и... Да какая слежка? Времени нет. Thank you.
Ты что хотел? С Атаром что? Тебе, может, письменный отчет дать? Значит, тебе плохо, да? Ты хоть понимаешь, как много зависит от того, посадишь ты его или нет? Будешь учить меня работать? Ты ее предупреди, что его отпустить могут. Артем, иди ужинать. А котлеты рыбные? Да. Мои любимые. Кушай на здоровье. Спасибо. Тетя Надь, что-то случилось? Нет, ничего. Кушай. В общем, доказательств по Атару не хватает, и его могут выпустить. Когда будет суд? О выборе меры пресечения? Завтра. Я завтра дам показания. Этого будет достаточно, чтобы Атара посадили. Ты с ума сошла? Почему? Ты с ума сошла? Всплывут все твои деяния, тебя посадят в тюрьму, а твоего сына запихнут в детдом. Вот и все, чем это закончится. Я должна спасти моего сына. У меня нет другого выхода. Может, и есть. Какой? Завтра узнаешь. Только я тебя умоляю, ничего не предпринимай и ничего не делай. Пожалуйста.